Всем привет! Друзья, в этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить очень вкусный и хрустящий картофель пай. Этот картофель можно кушать просто так, можно его подавать в виде гарнира, также его используют для приготовления самых разнообразных салатов. Ну что ж, начнем готовить! Для начала картофель я очистила от кожуры, хорошенько помыла под холодной проточной водой. Теперь картофель нужно натереть на терке для морковки по-корейски. Натертый картофель несколько раз нужно промыть под холодной проточной водой. Это нужно делать для того, чтобы вымыть весь крахмал. После этого картофель не потемнеет и при жарке не будет склеиваться. Картофель я промыла 4 раза. В итоге должна быть вот такая вот чистая вода. Теперь картофель я отбрасываю на дуршлаг. Нужно, чтобы стекла полностью вся вода. Картофель нужно хорошенько просушить. Для этого я его выкладываю на бумажное полотенце и хорошенько промакиваю. Картофель я хорошенько просушила. Посмотрите, какой он рассыпчатый, практически сухой. Теперь картофель готов для жарки. Картофель нужно обжаривать небольшими порциями в большом количестве растительного масла на среднем огне. Масло у меня уже хорошенько разогрелось. В масло я выкладываю картофель и буду его обжаривать до золотистого цвета. Буквально несколько минут, и первая порция картофеля у меня уже готова. Картофель подзолотился. Готовый картофель нужно выложить на дуршлаг, для того, чтобы стекло лишнее масло. И таким вот образом я обжарю весь остальной картофель. Картофель я весь обжарила, и теперь его нужно немножко посолить. Картофель пай готов! Вот так вот, легко и просто, можно приготовить вкуснейший, рассыпчатый и хрустящий картофель. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления картофеля, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!